А что ты не поднимаешь аудиторию? Сейчас, одну минуточку. О, привет. Привет, можешь мне, пожалуйста, помочь? Ну, давай. Можешь посмотреть на эти фотки и сказать, какой букет тебе больше нравится? Давай. Карина, ты когда-то ходила на свидание? Что? Кажется, Максим на меня запал. Попала. А вот почему он у меня вчера спрашивал совет, когда выбирал букет. Так, 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 что тут у нас? Ничего. Да ладно тебе, уж весь класс знает. Ну, девочки много что обсуждали? Короче. Спасибо, но при чем здесь Карина? Как это при чем? Ты что, не запал на нее? Ну, подожди, телефон. У него мамы завтра день рождения. Да. Ну, можно сказать, тебе повезло. Все, пока. Что ты читать будешь там, Нарет, или что? Нам задали собачье сердце, вот, читать. Маленький принц, наверное. Нет. Я вообще сначала с родителями поеду на море, а потом с друзьями в лагерь. Здорово, а я хочу на серфе научиться кататься. Есть один прикольный лагерь в Португалии, осталось только маму говорить на него. Тебя ж мама везде отпускает, в чем проблема? Отпускать то отпускает, но он очень дорогой. Ну, это аргумент. Поэтому я решила себе найти работу в июне и подзаработать на него. Понимаешь, но тебе же нет 18, и найти нормальную, адекватную работу у тебя не получится. Но это только мы с тобой знаем, что мне нет 18, а работодателей нет. И что ты имеешь в виду? Познакомься с высококвалифицированным вот специалистом. И какое у тебя направление? Специалист? Ну, всякое, разное. Понятно. Да ничего ты не понимаешь. Я вот сейчас как найду себя, так на 10 лагерей заработаю. Ну, жду рассказа. В подробностях. Даже не сомневайся, будет. Вот эту и эту хочу прочитать. Homo sapiens? Я читала. Очень любопытно. Только не рассказывай мне о чем-то, а то мне будет неинтересно читать. Ни в коем случае. Слушай, а ты читала Маркеса? Да, но я больше Брэдбери люблю. Или биографии, они меня вдохновляют. А мне понравился Маркес. А еще «Пикник на обочине» Стругацких. А «Истории Илона Маска» кто-то читал? О, я обожаю эту книгу. Да, очень вдохновляюще. А «История Генри Форда»? Да, только закончила, но если бы еще убрать процентов 10 технических деталей, было бы вообще очень круто. А вот я бы... А «История Сингапура»? Ты бы еще спросил биографию Стив Джобса. Ого. А ты читал «Продавец обуви»? История создания бренда Nike. Конечно, книги, которые я еще не читал, ты, наверное, даже не слышала. Но ты очень эрудирована для своего возраста, это приятное открытие для меня. Спасибо. Приятно слушать. Как-то так. Но все равно я найду книгу, которую ты еще не читал. Давай.
Яна, привет. О, привет, я тебя даже не заметила. Так год быстро пролетел. Да, и не говори. Сама не верю, что я так говорю, но я буду скучать до школы. И я. Фьючер план на лето. Как раз это я и хотела с тобой обсудить. Вот как? У меня есть одна очень классная идея, и поможешь мне? Внимательно слушаю. Я так подумала, а почему бы нам не сделать наш личный проект, пока есть время? Вау, что за проект? Вау, это очень-очень круто. Только ты никому не говори. Все об этом все равно узнают, когда придет время. Это будет тяжело. Ну да, но это того стоит. Однозначно. Привет всем. Что замышляете? В общем, я хочу собрать всех на окончание школы. Ну, куда? Ну, хотя бы в парк потусить, потому что летом мы точно так не соберемся. А осенью мало ли что будет. Ну, тогда нужно поторопиться, пока еще никто не успел себе планы напридумывать. Точно, побежали. Побежали. В общем, это очень классная книга, мне она очень понравилась, поэтому советую, если ты еще не читал. Мне не понравилась эта книга, мне больше нравится, как черные дыры, про математику. Привет, ребят, я надеюсь, никто не собирается творить после уроков. У меня танцы. Ой, ты как обычно. Танцорам быть тяжело, нас никогда никто не понимает. Мы просто хотим провести с тобой время. Я тоже, но если я сегодня пропущу танцы, меня просто не возьмут на конкурс. Ладно, давай так. Сразу после танцев ты бежишь к нам. Договорились. А куда мы идем? В парк. Тусить. Все вместе. Ну ладно, уговорили. Так и быть, окажу вам честь. Вообще-то мы еще не успели вас позвать. Ну, и это хорошо то, что вы согласились. Как только уроки закончатся, никуда не разбегайтесь. Никто никуда. Поняла ли я? Столь интеллектуальную беседу. Ты классная. Бежи. Спасибо. А что это? Это тебе. Я буду рад, если ты составишь мне компанию. Колесо. Ты с машины. Это яйки. Контент. Ну, это чувак. Круглая. А когда можно угадать? Башка. Конечно. Подвал. Ты мне показывает, да? Так, туалет. Очень лифт. Подвал? Да! Ребята, давайте лучше усложним игру. Давайте будем называть названия кинофильмов. Да, да, давайте, да, можно. Я только за. Гениально, просто. Ну да. Короче, «Властелин колец». Ага, хорошо. Корона. Это футбол? Это что-то игра? Популярный? Да. Около футбола. Школа? Школа, это «Властелин колец». Друзья. Как же я буду за ними скучать? Сколько всего мы пережили за этот год? Какие же они крутые! Элиза, ты играешь с нами? Конечно, играю! Сломанный пес. Вова, хватит уже в телефоне сидеть, давай к нам присоединяйся. Ой, ну сейчас, ребята, извините. Я найду. Нет, не сказала. И не собираюсь. Мам, ну как ты себе это представляешь? Ребята, извините, я переезжаю в Киев и буду ходить в другую школу. Нет, мам. Я испорчу окончательно настроение и себе, и ребятам. Все, пока.